Всех приветствую. Несколько минут назад в Лас-Вегасе закончился поединок главного карда UFC 259, в котором ведомый Хабибом Нурмагомедовым Ислам Махачев сошелся в октагоне с американцем Дрю Добером. У обоих бойцов в активе по 6 побед подряд. Перед боем на Ислама оказывалось огромное давление со стороны СМИ. По мнению многих экспертов, именно Махачев должен быть доминирующим чемпионом после Хабиба. И проверка в лице Добера была внушительной. Американец обладает огромной нокаутирующей мощью, но с пробелами в борьбе. Итак, Добер начал бой с лоу-киков. Пропустив несколько ударов, Махачев довольно быстро сделал проход, забрав одну ногу и завалил оппонента на канвас. Посидев в халф-гарде, Ислам следом смог занять маунт. Потом забрал спину и вовсе вышел на рычаг локтя. Однако Добер смог защищаться, выстояв до конца первого раунда. Со второй пятиминутки Махачев начал тотальное доминирование в партере, легко швыряя Добера на землю. Ислам методично изнурял американца борьбой. В третьем раунде Ислам не стал играть судьбой и сразу же перевел бой в партер, где без особого труда провел плотный треугольник руками. По итогу Ислам Махачев побил Дрю Добера удушающим. Как вам бой? Готов ли Ислам к топам UFC? Пишите в комментариях. Всем спасибо за внимание.